Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас урок литературного чтения. Тема нашего урока – мои достижения. У каждого человека в жизни бывают маленькие победы, успехи, которые радуют нас. Потому что маленькие приводят к большим, потому что делают каждый день запоминаемым. Именно маленькие достижения приводят к поставленной цели. Сегодня на уроке вы познакомитесь с рассказом Валентины Асеевой «Тамины достижения». Вы узнаете, что такое персонаж и в каких произведениях встречаются персонажи. А сейчас, ребята, несколько слов об авторе рассказа «Тамины достижения» Асеевой Валентине Александровне. Она родилась в 1902 году в городе Киеве. В детстве она мечтала стать актрисой, но ее жизнь сложилась по-другому. Ровно долгих 16 лет она работала в учреждениях с детьми-сиротами и беспризорными детьми. Именно это стало главной причиной того, что писательница полностью посвятила свое творчество детской литературе. Все ее произведения имеют поучительный характер. Ее книги учат детей доброте, смелости, чувству справедливости, любви к родине и уважению к семье, показывают, как правильно поступить. Ну а сейчас, ребята, мы вместе с вами прочитаем рассказ «Тамины достижения». Читать мы будем внимательно, вдумчиво и осознанно. Каждый вечер папа брал тетрадку, карандаш и подсаживался к Тане и бабушке. «Ну, какие ваши достижения?» – спрашивал он. Папа объяснил Тане, что достижениями называется все то хорошее и полезное, что сделал за день человек. Танины достижения папа аккуратно записывал в тетрадку. Однажды он спросил, как обычно, держа наготове карандаш: «Ну, какие ваши достижения?» «Таня мыла посуду и разбила чашку», сказала бабушка. Сказал отец. «Папа», взмолилась Таня, «чашка была плохая, она сама упала». «Не стоит писать о ней наши достижения. Напиши просто: Таня мыла посуду». «Хорошо», засмеялся папа. «Накажем эту чашку, чтобы в следующий раз при мытье посуды другая была осторожнее». Ну а сейчас, ребята, мы вместе выполним задание к тексту. Найди в рассказе объяснение к слову «достижение». Все верно. Достижениями называется все то хорошее и полезное, что сделал человек. Второе задание. Назови героев рассказа «Тамины достижения». Все верно. Героями рассказа «Тамины достижения» является девочка Таня, ее папа и бабушка. Третье задание. Чему учит рассказ «Тамины достижения»? Рассказ «Тамины достижения» учит не уходить от ответственности и признавать свои ошибки. Папа Тани обратил всю ситуацию в шутку, сказав Тане, что он наказывает разбитую чашку, чтобы другие чашки были осторожнее и не разбивались. Тем самым он дал понять Тане, чтобы она была осторожнее, когда в следующий раз будет мыть посуду. Эту информацию, ребята, вы должны запомнить. Образ и персонаж – это действующее лицо
литературного произведения. Ну а сейчас, ребята, подошло время немножко отдохнуть. В этом задании, ребята, мы должны соединить пословицы и подобрать пословицу, которая подходит к рассказу «Тайные достижения». И вот что у нас получилось. Первая пословица. «Добрый человек добро учит». Вторая пословица. «Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить». Третья пословица. «Всяк человек по делу познается». К рассказу «Танины достижения» подходит пословица «Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить». Итак, ребята, сегодня на уроке вы познакомились с произведением Валентины Асеевой «Танины достижения». Вы узнали, что такое персонаж и в каких произведениях встречаются персонажи. Свой урок, ребята, я хочу закончить такими словами. Вот закончился урок, и каждый должен знать, что знание, упорство, труд к заветной цели приведут. Дорогие мои ребята, спасибо большое вам за внимание.
До новых встреч!